Российские подлодки нанесли удар по Сирии. В Минобороны РФ утверждают, что ракеты уничтожили пункты управления и склады боеприпасов ИГИЛ. Сегодня российские подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли из подводного положения удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам Исламского государства в Сирии, сообщает Минобороны РФ. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юга восточнее города Дейр-эз-Зор, говорится в сообщении. Также уточняется, что из восточной части Средиземного моря субмарины выпустили 7 крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей, утверждают российские военные. Как сообщал корреспондент Net5 сентября, российский фрегат «Адмирал Исен» нанес удар ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря по позициям ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зор. Также сообщалось, что Россия бомбит Сирию ради контроля над нефтяными регионами. По материалам сайта newsgro.com.